Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня снова с вами Басон. И сегодня мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Так, сегодня у нас что? Мы в деревню нашу вернулись обратно. Что у нас тут есть? Мне трактир. Бокал пива, и чтобы в нем был зонтик. А это кто? Здравствуй, доблестный герой. Тысяча приветствий. Барт вас славит, подвиг твой. Барт, что ли? Хочешь какой-то? Стать известней? Дай сказать, Лиза. Да. Песня, песня. Первая схватка. Ее не забыть. Рой насекомых громко жужжить. Осы верны своей королеве. Та же просто ужасна в гневе. Сила правды, мощь любви. У него, видать, в крови. Кто на свете всех добрее? Угадайте же скорее. В битву с оборотнем страшным наш герой ввязался смело. По понятиям отважно. По понятиям. Он волчину в раз уделал. Приветствую. Пиво бы подошло. Судя по отзывам гильдии, он весьма популярен. Я много о тебе слышала. Дай пивка. А чем он занят, прощу, интересно? Верно? Так, это у нас был Барт. А, с этим поиграться. Настольный гольф. Подходи, сыграй. Хрен с тобой, с играми. Так, что там у нас еще было? Что-то здесь, походу, кто-то стоял. А, вон. Вот бы вновь услышать. Я часто здесь стою, гляжу на волны. Мой муж много лет назад пропал в море. Отправился ловить рыбу и так и не вернулся. Но я надеюсь, что еще когда-нибудь увижу его. Здравствуй. Ну и чё? Все, что ли? А здесь что, можно ловить так, что ли? Давай-давай-давай, рыбка. Рыба. А, тут можно, короче, до хрена ловить. Пока никто не видит. А это что у нас? Скалистая тропа какая-то. О, сундучок. Сапоги ассасина. И что они дают нам? Так, где у нас ботинки? Так, ченига. Ужасность плюс 5. Привлекательность плюс 5. У нас модификатор мира зрения минус. И рейтинг доспехов минус. Нафиг они там нужны. Так, а это что тут? Ну-ка, зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Что за скалистая такая тропа? Куда-то я залез. Куда это я попал? Какая-то хорионская ящерица плечо. Так. Это что у нас тут? Какие-то владения, хрен знает кого. Ладно. Вернемся обратно. По нашей деревне поползаем. Что у нас там скажут? Листок, прям хоть записывай, куда, где что находится. Где сундуки, где ворота, что какие ворота хотят.
Так, и что, девочка, ты хочешь? Море, здравствуй. Так, ладно, в баре мы были. Так, давай-ка портал сходим, посмотрим, активируем. Здесь где-то портал должен быть. Лужа. Фига тут порталов. Ну давайте-ка с гильдию сгоняем. Гильдия героев. Нам прокачаться как раз надо. Потом вернемся сюда обратно. Пособираем задание. Еще посмотрим что-нибудь. Так. Какое-то задание тут говорит. Найди провидицу. Давайте задание возьмем. Ага. То есть еще известность должна быть. Так, где там? Так, телосложение. Сила, значит, здоровье. Можно вынести выносливость. Ладно, так, телосложение, удар оружием. Здоровье качнем. Хрена себе, там нужно будет уже телосложение. 9000 нужно. Здесь 4800. Так, а эти что-нибудь можно качать? Так, а магия? Стена огня, уровень. Может купить стену огня. Мультиудар. О! Ярость ада. Так, это что у нас? Замедление времени, похищение жизни. Это мирозрение. Похищение жизни дает возможность заклинателю лечить себя за счет жизненной силы врага. Чем выше уровень заклинателя, тем больше жизни. Прикольно. Не. Так, кулак воли. Ярость ада. Ярость богов. Ярость богов, кроме толпы. Так. Очень жизненный уровень такой-то. Призыв такой-то. Щит. А, щит еще даже есть. Минус 27. Жизнь. Берсерк. Тихо, не стоит его скорость силы счет. Да ладно. Ревок убийцы, исцеление. Магистральное его излечение. Ски дружественные цели. Хрена себе, прикольно. Град стрел. Магическая сила. Чем больше у героя магической энергии, маны, тем больше склянений он сможет создать. Склянение маны определяет длину шкалы маны. Давайте тогда исцеление, наверное, вкачаем. Или что взять? Так, ярость богов. А давайте ярость богов купим. Она до хрена, правда, жрет. Меткость. Давайте тоже прокачаем. Ладно, так, вкачались. Так, погнали. Все. Лавки 3, 1 трактир, 1 цирюльник, у тебя 1 дом. О, кстати. Дубовый дол.
Сюда надо загонять. Надо, так сказать, отовариться. Там же наша хата сдается. Так. Четыре там гриба надо было принести, еще два найти. Блин, а мы еще этим и не отдали гриб. Ну, того пять грибов надо будет. Наркоманскую хрень какую-то собираешь, блин. О! Продать это семейный особняк за 1000. Нет. Чтобы поселиться. Нет. Открытые двери, заходите. А чё, он не сдается, что ли? Я же вроде сдавал его. Продать этот семейный особняк. Нет. Хочешь поселиться в этом семейном особняке? Нет. Так, а здесь хочешь обставить. Тебе не хватит денег, чтобы обставить этот дом. Нужно 1000 золота. Блин, тут не продашь. Сейчас, подожди. Продам его нахрен. Ну, также приобрету. Найму свинцами, да. Обставить. Так, продать семейный особняк. Нет. Поселиться, да. Ну-ка. Нет, сдать. Ну ладно, пускай. Только где мне бабло-то капает, что-то я не пойму. Ладно, хрен с вами. Книжки там больше не просят у нас. Эти там что-то прыгают. Ладно, пойдем отдадим мухоморчик там этим наркоманам несчастным где-то. Так, куда же нам идти-то? Ох, ё. Порталы, ворота, беготня. Держись в рамках закона. В рамках закона, блин. Задолбали вы уже своими рамками закона. Ну-ка, не тебе ли отдать-то должен? Иди сюда. Перец ты фаршированный. Привет, герой! Мне нужен кто-нибудь, кто проводит меня к яблочному двору. Я вам заплачу. Договоримся так. Если согласны... Погнали. Пошли. Пошли. Идешь? Пошли. Вы решили? Да я ж тебе сказал. Вчера я видел два ножа. Проводите меня, да? Чтобы вступая в... Захотите, чтоб... А, и только Пошли. Пошли. Так, ну, пойдемте. Так. А где эти-то? Наркоманы. Несчастные. А помедленней. Я не успеваю. Ой, блин. Сейчас еще на ферме там покопаться там. Да. Определенно мы идем правильно. Это больно. Да ладно. Все. Быстро умирает. Был я в Ноут Хоу Глейд. Всю ночь кто-то там был.
Меня прям до костей пробрало. Ваншот. Стоп. На помощь! На помощь! За что я вам... Ты же сдох. Последний день живешь считать мысль. Ой, боже! Ой, ой! О, боже! Не стой у него на пути. Одним ударом. Или ты стал? Его вроде как все... Если товар фермеру Исаи, нам с вами нельзя опаздывать. Да ладно. Да не мешайтесь, блин, бараны. Как все просто, когда умеешь. Да, когда не мешаешься, блин. Так, тут какая-то хрень была. Могилка типа. Раскопать ее можно? Ну-ка. Так, снаряжение. Какие-то посторонние у нас были. Палка. Топор. Арбалет. Остальная ботва где? Сафир, рыба. Так, тофу. Лампа. А вот лопата. Назначить. На шестерку. Принять. Так, шестерочка. Оскверним могилку. Посмотрим, что здесь может есть. Ну-ка. Ничего нету. Ладно, пошли дальше. Надо следующим будет исцеление качать. Осы. Да ладно. Ой, Кэш, что ты разойкался-то? Где тут еще осы? Так, тут были. А, тут разбойнички. Я недавно из Бауэрстоуна. Вы мэра там видели? Стоит взглянуть. Да ладно, две стрелы и все, готов, мужик. Заваншотит тебя сейчас. Так, стоп. Тебе я ничего не должен был отдать. Поразительно, как ему быстро отстроили заново. Специальное предложение, сэр. Хрена себе тут. В наши дни. Потом с доспехами тут где-то еще больше. Разбомбить кого-то надо. А вон там. Давай, 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 затягиваем. И ловишь. 286 287. Завалил. Так, мне нужно туда. Если я правильно иду, конечно. Встречал я тут бродячего менестреля. Славный малый. А одна беда, петь не умел. Озеро. А, ну да, по-моему, на озеро. Так. Да, это похоже на верный путь. Привет, ребята.
Он мертв. Да ладно. Достаточно прославился, чтобы овладеть жестом ужасный хохот. Кто еще тип? Ой. Теперь ты знакомый герой. Какое мастерство. Помоги. Передавай корму. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая мощь! Его вроде так. Как все курощи. Вы пробовали яблочный сидр фермера Исаи? Он в этом году диво как удался. Все пьют. Курощу. Кур, что ли, щупаешь? Ух ты! Че, они должны атакуют, что? Никогда не ешь тебя. Какая мощь, ё-моё. А там куда идет дорога? Его вроде как... Не так быстро. Я не могу. О, боже. Изумительно. Великолепное ущелье. На кой хрен мне сдалось? Не нужно на сад. Так, где у нас садик-то наш? Садик, садик, садик. Туда, по-моему. Чувак, ты что там, застрял, что ли? Пошли. Так, ну, пойдемте. Погнали, куда попёрся? Блин, где те наркоманы, которым я гриб должен? Блин, это если еще их искать будешь здесь. Какой-то там шляпе это. Кому я буду гриб-то? Не так быстро. Я не могу так бежать. Да ну не можешь. Беги. Коль жизнь дорога. Так, раз вот она ферма. Мы дошли. Хотя защищать меня вы могли бы и получше. Да ну. Посмотрите, я весь в синяках и порезах. Награды за это не ждите. Да ну. Надо тебя добить просто было тогда и все. Так. Тут что-то было вроде. В этой луже что-то половить можно. Чего в этой луже можно поймать, хрен знает. Но мы что-то поймали вроде как. Эликсир жизни. Ну-ка, это что за хрень? Так, снаряжение, эликсиры. Эликсир здоровья, эликсир жизни. Редкий эликсир на травах. Значит, повышает здоровье. Ты станешь здоровее, чем когда-либо. Давайте используем. Так. Здесь вроде что-то было. Могилка, что ли, какая-то. Покопаться надо, так сказать. Шестерочка. Верхнее платье. А еще капнуть, если что-нибудь будет. Ничего больше нету. Ну ладно. Так, погнали. У нас там у водоема что-то было вроде.
Может, там что выловим интересненькое? Так, здесь ничего нельзя ловить. Тут тоже. И тут. О, вот тут можно. Давайте-ка попробуем что-нибудь поймать здесь. А есть рыбка. Давай, 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 давай. И что же у нас там? О, серебряный ключ. Вообще, вот это хорошо. Вот это в тему. Вот это нужная вещь мы поймали. Так. Там у нас тоже, может, что-нибудь поймать можно. О, здесь тоже. Давай, давай, ловись, рыбка. Поймал. Так, что у нас тут? Забрала корона. Ё-моё, один татуировка весь. Так, куда же нам пойти? Прошвырнуться туда еще разочек. По лесам, по полям. Там вроде какие-то ворота открываться хотели. Это заклинание. Во имя Скорма. Да, кастуется, конечно, долго. Эй! Так, мне вообще, по-моему, в другую сторону. Так, что у нас по заданию вообще хоть? Задание. Больной ребенок, книги, охота с сокровищами. Когда-то на Альбионе спят сокровища. Соберите подсказки, которые укажут, где искать. Так, лысый бородач. Но человека в глушь или ездить. Это что такое? Часовая скорма. Постигли... Зло, принося жертвы в часовне Скорма. Ё-моё. Ну и ужастики. Так, ладно, давайте ход с сокровищами. Это у нас сейчас... Увеличить. Ладно. Нам получается туда. Так. Это здесь, по-моему, я бандитов нарезал.
Так, а что тут эти ворота говорят нам? Договор таков. Сверши предо мной великий. И кого мне зарубить тут? Что я должен плохое сделать? Поражать, что ли? Договор. Да и хрен с тобой, потом тебя откроем как-нибудь. Найдем кого-нибудь завалить. Минус осы. Тут еще что-то. Так, портал я вижу. Торгаша, что ли, завалить какого-нибудь? Чёрт. Прибудут с тобой боги, я выкажу ему. В наши дни бандитов стало еще больше. Странно. Ну, думал, давай, давай, давай. Подождем. Ну. Где ж вы там, блин? Хоть один туда зайдите. Я думал, хоть один зайдет. Есть вести с полей. Вы хоть собираете хоть один ты? И есть Курощук. Странно. Думал, что рад вам услужить. Ладно, хрен. Давай, давай. Ну хоть один туда зайдите. Он прекрасный человек. Вчера я видел два ножа, главаря бандитов. Пошли туда. Ну, давайте. Хоть один там будет? Пипец. Как мне плохое тут что-то сделать? Нос в топку нафиг. Так. Ты слышишь, охренел, что ли, мужик? Ты тоже. Ну, вас и в баню. Хрен с вами, там два сидят, какие-то мудака. Так, здесь мы ловили. Так. Ох ты, ё. Привет, гопота. Стоп, 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 стоп. Прежде чем я размахнулась. Ну и чё? Прежде чем я. И сколько же тебе нужен множитель, чтобы это все хрень показать? Ай, хрен с тобой. Так, где тут были эти все? Радость моя. Сдохнет уже мелкий говнюк.
Попробуй поднять боевой навык. Да задолбали вы тут меситься-то. Какое мастерство! Мастерство не пропьешь. Ух ты! Так, там вроде тоже. Ну давай! Даю! Не унесешь! Настоящий герой! О да! Ой. Да задолбал мне стрелять! Спину! Его вроде как все курочки. Блин, надо броню найти уже теперь. Курощуп! Кур, что ли, щупаешь? Тебя могу пощупать. Мечом промеж глаз. Так. Да. Веселье. Сейчас я тебя скрою. Что такое? Не могу смотреть. Донат получи. Так, а ты что хочешь? Берегись, странник, если она... А, со стражами как раз. Я вижу, что я дом стражи. Ты что, я со стражи? Потом будем собирать эту батву. Да ладно. Да ну. Давай, откуда вылезли? Нажимаем и спинаем. Да сдохни, что же. Вон, молот и воздух в порядке. Да ладно. Фу, весело. Я думал, тут будет меньше стражи. Да, прокачка здесь жестокая пошла. Ух ты, герой! Да, герой, ё-моё. Честно, надеюсь, там стоящее что-то есть. И что там дают нам? Что это у нас тут? Сундучок какой-то. Надеюсь, хоть в нем что-то стоящее. Темные сапоги мастера воли. Темные перчатки мастера воли. Верхняя часть костюма мастера воли. Охренеть, целый комплект, что ли? Ну-ка. Снаряжение, комплекты. Так.
наемного убийцы. Кожаный костюм. Платье. Ёкарный бабай вообще. Жесть. Бля, ориентацию меняем, блин, будем педиками. Вообще жесть. Так. Темный ряд мастера воли. Привлекательность плюс. Ужасность плюс один. Модификатор мировоззрения минус 40. Броня минус 8. А этот подмастерье. Надетые доспехи. Да. А чё? А, шлема не хватает. Я-то думал. Что-то стоящее, это какое-то фуфло. Так, где наша задница? Ух ты, ё. А ты откуда вылез? Иди ко мне, маленький мой. Ты где? Есть вести с полей. Ой. Да у. Блин, ты мне уползешь, я тебя нашинкую, говнюк. Минус один. Где тут еще один? Давай, сдохни, гад. Ой! Ой! Опять добивание, хрен знает куда. Да, это просто. Так. Что у нас дальше тут? Эти грибы взрывающиеся. Блин, она какие-то гремучие змеи. Портал-то где-нибудь поблизости есть, ё-моё. Иди сюда, маленький. Да отойди ты. Как всегда, какие-нибудь мудаки мешаются. Иди сюда, хрен мелкий. Я тебя на фарш пущу здесь. Да сдохни ты уже, надоел здесь мешаться. Да и ты получишь тоже. Да, ух ты. Надо реально задуматься о доспехах. Так, это что за алтарь? Блин. Жесть, конечно. Доспехи нужны новые. Так. Купцы здесь. Носи мы здесь. Мы продаем превосходную одежду. Доспехи, что ли, купить? Что у тебя есть? Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Да нахрен это. И бандитов стало еще больше. Так, а ты что продаешь? Рад вам услужить. О, доспехи. Так. Ассасина. 66. Темный кожаный нагрудник. Так. Угу. 200. Ужасность плюс.
Привлекательность минус. Привлекательность минус, но ужасности никакой. 535. Типа, он мне больше втолкает, что ли, чё? Угу. Индикатор мировоззрения минус. Давай тогда вот этот купим хотя бы. Так, что у нас там еще? На штанишки какие-нибудь себе. Так. Вот эту хрень купить. Стоимость. Плюс броня. Но минус уже. Кожаные поножи. Давай купим. Ну и все. Больше нас не хватает. Так, снаряжение. Штаны. Верх кожаный, какие-то там был у нас. Кожаный нагрудный доспех. Да, надеть. И штаны мы какие-то кожаные. Поножи купили, по-моему. Как раз. Да. Ну и хоть что-то получше стало броня. Что вы хотели? Итак, погнали. Туда нам пока рановато. Древний портал. Где у нас там еще осталось? Так, ух, ё, тут выкашивать-то. Сейчас яблочки же есть, можно яблочками пока поточиться. Идите ко мне, мои маленькие. Сладенькие. Теперь уже, по-моему, мне будет пофигу. О, уже меньше урона пролетает. Так. Нам туда. Через очередное стадо гопоты. Ты гном хренов маг. Волшебник. Как все просто, когда умеешь. Да. Когда особенно не ты это делаешь. Продолжай в том же духе, хозяин. Иди сюда. Сколько же торговцев тут, а? Так, мелочь сразу зарубить. Завалили. Так кто за хрен такой? Да ладно. Мужики, помогаете? Ну и ладно. Я думал, ты сдох. Ты еще живой. Какое проявление сил. Да ну. Так, сожрем пару яблок. Да ну вас нафиг, я вообще не в ту степь иду. Сами там разбирайтесь. Ну нафиг. Да ну вас всех в баню. Время тянуть только с вами. Так, вот портальчик. Так, дубовый дол. Перемещаемся туда. Доставать оружие в охраняемых зонах — верный способ привлечь внимание стражи. А отказ убрать оружие привлечет за собой серьезные последствия. Ну ладно. О, запорчик сделан.
Ладно. Так. Погнали. Тут какие-то задания вроде были. Так, корчме. Так, а наш старый дом где? Вот он наш домик-то. И сколько он стоит? Нихера себе, 5 косарей. Давай, что, попели, что ли, мужики? Мне же мою собственность, грубо говоря, нас толкает за 5 кусков. Хорошо, что хоть там, хоть хату себе купил. Как говорится, позволил. 5 косарей есть. Ну а здесь что у нас? О! Обносим сразу плюс 5. Зашибись. Так, ты что нам скажешь? Эй! О, герой! Сэр, я держу на пляже небольшой куриный аттракцион, но у меня проблемы с призраком. Не знаю, какая курица его укусила при жизни, но после смерти он распугивает мне клиентов. Вы не могли бы... Ну, короче, магии пошердить там. Ты умеешь читать мысли? Так, сначала еще зайдем вот в эти места тут. Где тут? Хорошо, когда он рядом. Сюда, что ли? Курощуп, верно? Так, значит, сюда. А он. Чего ты хочешь? Здравствуйте. Можно задать вам личный вопрос? Вы пробовали когда-нибудь синие мухоморы? А вот мы с тем человеком в гильдейском лесу один на двоих съели, и было замечательно. Я наркоманы. Никому еще не питала таких чувств. Интересно, может быть, он тоже? Ох, Сарил... Он был таким милым, но как узнаешь, было это все взаправду или нет? Ну и что ты хочешь? Здравствуйте. Вы пробовали когда-нибудь? Я не... Ох, Сай... Мать моя женщина, наркоманы. Одни наркоманы. Идите вы нафиг от меня все. Наркоши несчастные. Сразимся бок о бок во имя добра. Ты что, добродетель хренов? Добрый день, герой. Если тебе нужен товарищ в борьбе со злом, возьми меня. Хорошо. И... Опять ты. Хорошего дня вам. Ладно, где там этот... Курощуп, верно? Да ну... Вы уже избавились Курощуп. От призрака? Так, погнали призрака гонять. О! На борту! О, наконец-то добрая душа, что не бежит при одном моем виде. Да ладно. Сколько лет я этот клятый пляж бороздил. А чё ж ты тогда? Неужто тебя боги послали, чтоб меня от мучений избавить? Мой дух покоится на дне морском. А бедная моя женушка осталась тосковать. Думает, я был простым рыбаком и до сих пор где-то в море плаваю. Ты, друг, удивишься, когда узнаешь, что у меня на стороне было пиратское дело. Сокровища, что грешным делом нажил, я зарыл на западном пляже у пристани. Если ты возьмешься за лопату, откопаешь клад, и отдашь моей женушке, я тебя одарю несметно. Лопату можно в городе купить, на рынке. Ясно. О, сундучок. А что у нас здесь?
Дубовый арбалет. Ладно, так, арбалетик, что у нас за арбалет? Дубовый. Тесовый. А дубовый уже одет. Ну и ладно. Так, нужно на пляже в пристани, значит. Так, а здесь ничего половить нельзя. Интересного нету. Ладно, погнали на пристань. Выкапывать сокровища. Вы уже избавились от призрака? Сейчас избавлюсь, не переживай. О, стоп. А чему заметили? Я много о тебе слышала. Заметили. Опять воскрешение уже. 7 жизней, ё-моё. Скоро как у кошки будет 9 штук. Так. Стоп, нам не сюда. Пожалуйста, помни о нашем. Так, где-то тут. И где они закопаны где-то? Так, задание. Типа правительство. Так, найди сокровище призрака, верни ее жене покойной. Увеличить. Зарыл, ну, где-то там. А где ее, хрен знает. Ах, любимый мой, где же ты? Где же ты? Где звездочка алая? Где-то у пристани он там зарыл. Чтобы попасть в лагерь, надо пробраться мимо разбойников. Если тебя увидят, закроют ворота. Тогда тебе придется затаиться на время, пока ворота опять не откроются. Да. Мы собирались вообще-то копать. Перезапустить. Ладно, мы не будем. Но все равно перезапускает. Ну ладно, давай остаться. Да ладно. Последний день живет. Да ладно. Жесть. Яблочками подкормимся. Ну-ка. Давай, открывай. Куда охрана подевалась? Послать туда еще людей! Да ладно, вы что, издеваетесь?
Закрыть ворота! Ну и куда ж не по-вашему, как пройти? Да кто тут нычит? Три трупа и все. Где же он тут сохранится? Вопрос риторический. Попробую за тем деревом. Вот он где, не открывайте ворота. А, вот так вот. Ну ладно, мы за камнем там сныкаемся. Ну давай, открывай. Вся рожа такая уже, вся исцарапанная, изрезанная. Ну давайте, быстрее открывайте. Куда охрана подевалась? Послать туда еще людей! Да сколько ж вас вырезать-то можно? Ну, два проползли. Где еще один? Давай, давай, вали, мужик, вали. Чужие! Закрыть ворота! Да ладно. Вообще красота. Посрать за кустом спокойно невозможно. Пипец. И как убивать? Точнее, убегать оттуда. Делаем ставки, следующие пойдут сюда или нет. Куда охрана подевалась? Послать туда еще людей! Если он сунется сюда, я его нахрен завалю. Причем за ваншочу. Мне такое чувство, что он сюда и собирается идти. Идите в баню. Вот это решение было просто завалить. Эй, слыхал, что с хвостом приключилось? Ну и чего этот придурок опять отмочил? Да шапку свою посеял, как на дело пошли. Неделю не мог в лагерь войти. Ага, нынче времена такие, только при всем параде пускают. По мне, так старик два ножа мало сдвинулся. И что на него нашло такое? Эй, а это еще кто? А, где? Что? Мужики! И чё мне? Теперь всех завалить? Ну ладно, я не против. Да, да. Ну-ка-сь-ка.
Не к добру это. Да ладно. Спину. Ерунда, говоришь? Фух, блин. Разбойничьи сапоги. Блин, я думаю, на этом мы закончим, а то уже долго больно гуляем. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео, ждем дальнейшего прохождения видео. Всем спасибо за внимание и пока.